В Ульяновске стартовал конкурс среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Перед этим 43 участника из 18 районов проверили свои силы на прочность в заочном туре. Из них 20 успешно прошли на региональный этап. Отдельную категорию представляют молодые педагоги. Их дебют – уже маленькая победа над собой. Как я заметил конкурс из себя, так я дебют. Я успел заметить только то, что конкурс на самом деле представляет из себя огромнейшее количество вызовов для педагога, потому что действительно очень многому нужно было подготовиться. Очень многому я узнал на самом деле во время подготовки к конкурсу и действительно много перелопатил информации, чтобы узнать и подготовиться, и выглядеть на самом деле достойно. Еще две категории между собой поделили педагоги разных направлений, а также наставники, работающие с особенными детьми. Первое испытание – представить мое послание педагогическому сообществу. На суд профессионального жюри конкурсанты передали свои инновационные идеи. Этот конкурс на самом деле позволяет увидеть всю уникальность дополнительного образования. Для педагогов он дает возможность показать тот потенциал, дает возможность самореализоваться в творчестве и показать все творческие и инновационные идеи, которые есть у наших замечательных педагогов нашей области. Главное – ярко начать. Поддержать участников пришли те, на кого направлена вся их деятельность – дети. Хореографические и вокальные номера помогли педагогам настроиться на нужный лад. Опытом и повышение квалификации – основные посылы конкурса. Участников в ближайшем будущем ждет коллективное испытание, которое покажет, обладают ли педагоги компетенциями 21 века. Насколько быстро и точно готовы принимать решения, быть упорными и стойкими, развиваться и делиться полученными знаниями. Далее – открытые занятия, где можно узнать основные тенденции в профессиональной деятельности. Победители регионального этапа представят Ульяновскую область на всероссийском уровне. «Сердце отдаю детям» приурочено к неделе нацпроекта образования. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.